связи с увеличением заболеваний гриппом и ОРВИ с 30 января по 10 февраля в образовательных учреждениях Ленинского района для учащихся с 1 по 11 классы объявлены дополнительные каникулы. Желтый уровень опасности в московском регионе объявили на 2 февраля из-за непогоды. Ожидается ветер и снег, сообщается на сайте Гидрометцентра Российской Федерации. Желтый – это третий из пяти уровней опасности. Он означает, что погода потенциально опасна. Как сообщал ранее представитель Центра погоды ФОБОС, мокрый снег будет идти в Москве и Подмосковье в первую неделю февраля. Температура воздуха может составить до плюс 3 градусов. Десятого января в городе Видное в Березовой роще состоялись соревнования по лыжным гонкам. В первенстве приняли участие 88 спортсменов самых разных возрастов – от 4 до 75 лет. По итогам соревнований все победители и призеры были награждены грамотами и медалями. В эстафете приняли участие смешанные команды из городских поселений Видное и Горки Ленинские, сельских поселений совхоз имени Ленина и Развилковская. Баскетболистки команды «Спарта НК» взяли верх над «Казаночкой» в премьер-лиге и поднялись на третью строчку турнирной таблицы регулярного этапа чемпионата России. Следующий матч наша команда проведет во дворце спорта «Видное» 4 февраля. Соперницами «Видновчанок» в ответном поединке двухматчевой серии плей-офф Кубка Европы ФИБА станут баскетболистки «Нант-Резе», Франция. Начало игры 18 часов. Вход свободный.